Наша история ледовая. Коньки и катки Загорска. Нам удалось собрать конькобежцев и хоккеистов. Тех, кто еще в 50-х гонял по ледовым дорожкам «Спартака», кто привозил победы в Загорск с областных и всесоюзных соревнований. Гусельцев Александр, Анатолий Шишкин, Барышников Виктор, Гагинский Анатолий, Александр Федоров. Их всего пятеро, но за ними десятки имен спортсменов, прославивших город. Я на коньки стал далеко до войны, мне еще не было 5 лет. Коньки у меня были такие, которые на веревочках с палочкой закручивались на валенке. Ну, это снегурочки. Все, наверное, прошли. Снегурочка, это нормец. А ботинки у меня, на ботинках коньки появились только в 44-м году. Папа прислал, он раненый приехал, прислал из Германии. А началось все лет 100 назад. Вот фотографии из книги «Сергиев Посад. Страницы истории». Студенты духовной академии и гимназисты на катке Киларского пруда. Это конец 19 века, может быть, начало 20-го. То есть рубеж 19-20-го. И что это за компания? Ну, компания, судя по всему, хорошая, веселая. Семинаристы, то есть учащиеся духовной академии и гимназисты, а там вот барышни вдали, явно неравнодушные к спорту. Так, где они могли стоять, Кость? Могли они стоять, вот, я думаю, надо ориентироваться вот по этой башне. Судя по этой фотографии и по таким небольшим воспоминаниям, которые удалось обнаружить, да, на Киларском пруду зимой катались на коньках. То есть летом купались, а зимой катались на коньках. И вот здание, которое вот здесь показано, так, деревянное здание, шатровое, шатровая кролика, это спасательная станция. Так, и где она? Она находилась, вот я думаю, поскольку это здание не сохранилось, надо смотреть вот по этой башенке. Угу. Ограды Пахнутьевского сада. Вот эта башенка. Вот она, эта, да? Башенка. Вот так. Сейчас. Значит, надо пройти еще дальше нам. Ну, то есть лодочная станция находилась здесь. Это была земля Лавры. Лодочную станцию построили с разрешения Лавры. Вот. И здесь же, и зимой рядом, то есть тут, видимо, был сход удобный на лед, очевидно. Какие-то тут были помосты или что-то, типа причала для лодок. Видимо, здесь был удобный сход на лед, и здесь же и заливали каток. То есть вот эта группа сейчас стоит, где-то стояла вот, бы приблизительно вот здесь? Где-то вот, да? Где-то вот здесь, да, где-то здесь. Вот что-то типа саночек. Какое-то приспособление. Вот что-то похожее на саночек, на саночки. Катят барышни, вот эти санки, да, и там можно, да, сидеть и просто... А там вот барышни стоят в очереди, уже ждут, когда их покатают. Они так засмущались, отошли от фотографа. Кость, я смотрю, у всех одинаковые коньки. Это вот эти снегурочки? Видимо, да, видимо. Ну, тогда, да, простейшие. То есть одевались или на ботинки, или на валенки, или там на какую-то обувь. Но я еще сам на таких катался, помню. Эти коньки называют «Снегурочка». Вот, богатые люди обычно ботинки специальные имели такие, прикреплялись эти ботиночки к этим. А мы вот простонародье, дети, не имели такой возможности, чтобы ботинки иметь. Мы привязывали эти валенки. И, значит, могу, давай так покажу здесь. Надеть снегурочки оказалось непросто. Пытаемся повторить алгоритм действий конькобежца на рубеже веков 19 и 20. Режется пластина под валенок, продевается веревка, она-то и закрепит снегурочки на ноге. Вот мы вырезали, вот это что-то у нас типа дощечки. Да. Вот. И как она крепилась, покажите. Вот как-то тут вот дырочки надо сделать и вот так веревочку пропустить. Так, давайте. Так, подожди-ка, тут по длине. Тут подходит вроде бы все по длине. Так, держите, осторожно пальцы убирайте. Так. Поглубже, наверное, веревка толще. Вот так, вот сейчас мы ее... А кто вам, отцы делали вот эти все веревочки, дырочки? Господи, сами мы, ребята. У меня брат был 12-летний. Вот. Родители мне до нас были. Да. С
Сам крепеж снегурочек прост, как все гениальное. Галина Ивановна, правда, не сразу вспомнит, в какую сторону крутить. Ведь каталась она на таких снегурочках лет 70 назад. Вся Красюковка зимой собиралась тогда на катке Жукова пруда. Детей у нас очень много, не то, что сейчас было. У нас не менее 12 человек только на Полевой улице было. Вот. И, значит, они за свой счет провели электричество, значит, провода, лампочки. И вечером особенно было интересно, при свете лампочек мы катались. Вот. И вот на фотографии, может быть, где-то и я там есть. Смотри-ка, даже он это способен фигурным делать. Видишь, она? Да. Не совсем, а видишь, вот эта серединка, это дает возможность легко, легко это маневрировать на льду. А вы могли легко маневрировать? А? Вы, когда катались, фигуры выделывали на коньках? Мальчишки, а мы девчонки более боязливые были. Да? Вот, мальчишки более отчаянные, а мы более боязливые были. А мальчишки что делали, какие фигуры? Ну, в основном, вот, катаются, потом вот так, потом опять такие вроде, как на крыльях, вперед вот так движение делали. Но особых, конечно, откуда мы знали, как это кататься фигурно нужно. Как могли, кривлялись, короче говоря, вот и все наше фигурное катание заключалось в этом. Сейчас. Я появился в Загорске после войны. Учился в школе имени РКК. Напротив у нас был стадион «Спартак». Вот сочетая учебу и спорт, окончил ее в 51 году. Барышников Виктор Петрович. По кличке, по спортивной, Барыга. Барыга? Да. Почему? Потому что Барышников. Так вот привязалось. Был еще один товарищ такой. Он был старше, я младше. У конькобежцев. Татьяна Юрьевна, и у хоккеистов, у всех были клички, прозвища или клички, так называемые. Я Шурик, меня Шугином звали. Тамонова, Тамон. Юрку там звали Югин. В послевоенном Загорске спорт расцветал. Каток стадиона «Спартак» не вмещал всех желающих покататься на коньках. На футбольные матчи к стадиону болельщики подтягивались колоннами. Местные хоккеисты были звездами. По всему Союзу гремели наши лыжники и конькобежцы. Сестры Кумачевы и Селиверстовы, Александр Гусельцев, Стуканов Виктор, Нежданова Юлия, Коркин, Кузьмин, Макасеев, Тоболин, Барышников, Катков, Скобенко, братья Гагинский, Шишкин, Федоров, Инна Князева. Всех имен не перечислишь. Каток в городе был один на «Спартаке». В конце 50-х появился второй за дворцом Гагарина. А расскажите вот об этих ботинках, что вы принесли? Ботинки эти у меня, им уже 50 лет, если не больше. Это ботинки от беговых коньков, сами беговые коньки. Срезал я как-то лет, наверное, 10-20 тому назад. Прибил эти подметки новенькие, ну, мне в мастерской их подбили подметки, я в них ходил, как все равно в этих, как они называются, тапочки, вот именно. Вот. Так что и вот этим ботинкам, сколько лет? 50 лет минимум. Анатолий Алексеевич Шишкин никак не расстанется со своими беговыми коньками. В 50-х их называли ножами или норвежками. А это левый. Они уже сохлись. Сколько вы на них отбегали, Анатолий Алексеевич? Ну, считайте, что я на этих коньках до 51-го года, наверное, баловался. Туго идут? Да, но у меня здесь сейчас... С 51-го не вставали на лед? Нет. Вот Толя Петров часто, но он помоложе, он с 30-го года. Так. То есть вы в основном играли в хоккей? Да. Футбол, хоккей. Но в
в 1939 году, как раз в 1939 кончил, ну, тогда было это семинары инструкторов, общественников по лыжам. Кончил эту школу. Так, и... А на коньках-то вы где учились кататься, Анатолий Алексеевич? На улице. Вот. А потом уже основательно встал на коньки. Так, это в 1938 году, когда начал играть в футбол. Ведь раньше было так, это вот сейчас разделено, футбол и хоккей. Так, а раньше была команда зимой хоккей, летом футбол, и летом футбол, зимой хоккей. Ну как ощущения, Анатолий Алексеевич? Ну а чего ощущения? Нормальное? Какое так может? А встать сможете? Простоите, если постоять вот сейчас на этих ножах. А почему нет? Конечно, уже сколько не стоял. А скажите, пожалуйста, кто еще катается на коньках? Вот есть такие, кто встает все-таки на коньках? Вот из нашего возраста. Да. Последние 5 лет с внучкой назад, как она... Или 3 года точнее, вот сюда приходил. Осталась же одна ледяная площадка фактически, не считая на луче там коробочка. Ну потом ездили, играли, вот Клёве там Монову поперек поля играли, потому что сил уже мало, но ветераны встретились на новостройке в Пересвете и играли при свете электрическом вечером поперек в хоккей. Катались на коньках. Сейчас заниматься негде, был спортивный город, он с Хабенки перед... На Кременке сколько коробок было, тут. А сейчас коробки есть, не заливает. Года 3 как не стало Толи Петрова. Так Толи Петров частенько здесь катался, да? Да. Это сын был, сторожил такой сторож, дядя Троша, Трофим Александрович на стадионе. Он сам заливал стадион, тетя Зина ему помогала, и мы всегда перед хоккеем или перед конькобежными соревнованиями всегда заливали сами каток. А сами чистили, и чистили сами. Да. А машина уже значительно позже появилась, снегоочистительная. И все-таки конькобежцы выйдут на лед. Лет 30 как не вставали они на коньки. Попробуют скользить, покажут восьмерку. А вот так в 50-х змейкой катались на катке. На повороте последний в цепочке улетал в снег. Спортивный бум 50-х. Запомним его. После фестиваля молодежи и студентов в 57-м году в Москву прибыл балет «На льду» из США. Зрелище было невиданное. 2 года спустя в СССР появится свой балет «На льду». Фигурное катание станет модой, вся страна дружно встанет на коньки, а снегурочки, с которых все и начиналось, сдадут в музей. Но мы-то с вами будем скучать по своим первым конькам, ведь наша история рядом.